Друзья, привет всем, кто интересуется покупкой автомобилей США. Сейчас у нас на обзоре Toyota Camry, номер лота 2540-2248. По этому номеру лота вы можете отследить на сайте copart.com данный автомобиль, посмотреть его стоимость, пробег, какие были повреждения именно у этого автомобиля, если они были, его историю, или если вас интересует именно этот автомобиль, мы можем его для вас проверить. Из повреждений у нас забита задняя часть автомобиля, вот таким вот образом выглядит удар. У автомобиля маленький пробег. Сколько состояния нового. Я думаю, по камере вы можете это видеть. Пробег у автомобиля 1965 миль. Давайте посмотрим, что у нас творится под капотом. В предыдущих видео я говорил касательно таких автомобилей, если кто-то занимается автобизнесом, либо восстанавливает автомобили, либо занимается деталями, разборка, у кого есть. Очень интересно данные автомобили с повреждением сзади. Разбирать их на детали, укомплектовывать, отправлять. Как видите, двигатель новый, никаких проблем с движком нет. Да и вся передняя часть автомобиля цела. Поэтому, кому интересно, пишите, звоните, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!